Лишение гражданства будет применяться как дополнительное наказание за преступление. Разработчики законопроекта предлагают отбирать статус казахстанца у лиц, нарушивших такие статьи Уголовного кодекса, как геноцид, экоцид, государственная измена, сепаратистская деятельность, применение запрещенных средств и методов ведения войны и другие. Отмечу, что до окончательного принятия закона документ еще будет обсуждаться. В него, возможно, внесут изменения. Этот институт только введен законом от 10 марта текущего года в Конституцию. Теперь мы эти положения Конституции должны урегулировать в соответствующих законодательных актах нижестоящего уровня. Вступившее в законную силу решение суда будет являться основанием для регистрации лишения гражданства органами внутренних дел. Взамен будет выдаваться документ лица без гражданства.